Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этот раз мы с вами поиграем в CSGO на Xbox Series X. Практически ровно год назад я уже играл в CSGO, но только играл на Xbox One. Тогда ролик, кстати, собрал 70 тысяч просмотров, от чего я офигел, потому что иногда, когда я снимаю ролики про Xbox и, ну, делюсь какой-то такой важной информацией, и они не собирают, здесь ролик прям собрал довольно-таки неплохо. И я подумал, а почему бы не сделать ролик еще раз, но теперь поиграть на Xbox Series. Посмотрим, остался ли там народ и, в принципе, что изменилось в этой игре. Как всегда, перед началом видеоролика ставь лайкусик, подписывайся на канал и забираем промокодик на подписочку Кинопоиск HD, который вам даст 60 дней бесплатно данной подписки, в которой вы сможете посмотреть как и новые, так и старые фильмы, ну а также вам дадут кэшбэки на сервисы Яндекса. Короче, как всегда, ссылочки и промокодик я оставлю в закрепленном комментарии, поэтому юзай пока халявы, и давайте начнем. И да, если что, я буду играть на обычном геймпаде, поэтому не удивляйтесь, если я буду нубить. И да, я еще и не кейсер. Кстати, еще один маленький забавный факт, по-моему, сейчас, вот прям на данный момент, CSGO не купить. Сейчас мы это проверим. Да, для покупки она недоступна, поэтому... Не спрашивайте, как ее купить. Все, ее нельзя купить, может быть, она появится потом. Я просто в свое время ее купил, и такой, почему бы и нет. На самом деле, я офигеваю от того, как быстро летит время, потому что вот уже прошел год. Я вот недавно, помню, у меня был старый стол, не было этого стеллажа, я играл в КС-очку, и такой, вау, офигеть, а тут уже прошел год. Год, капец. Знаете, еще забавный факт того, что вроде новое поколение, а я почему-то все еще играю в CSGO от Xbox 360. Настолько все плохо. Я думаю, мы попробуем в быструю игру поиграть, чтобы нашло игроков, и чтобы это как-то все было побыстрее. Мне интересно, играют ли люди здесь или нет. Так, нюк. Я, если честно, не фанат CSGO, но иногда я захожу поиграть. Именно на консолях. Не люблю играть на ПК, потому что мне не получается, меня жестко там убивают. Офигеть. Прикиньте, здесь есть еще народ. Вот ты зашугер. До сих пор играть в CSGO, это да. Ну, хотя, с другой стороны, я сам сюда зашел, но я чисто ведь из интереса, а парни, наверное, фанаты этой игры, кто знает. Кстати, забавно наблюдать за тем, как консольщики играют в CSGO, потому что это совершенно другой стиль игры, более такой нубский, потому что никто не может попасть, ибо здесь мертвая зона практически не настраивается. Ого-го-го-го. Они нашли друг друга, но мне кажется, все-таки мы выиграем. Потому что у него куча времени, чтобы обезвредить. Понеслась. У нас есть какие-нибудь... А, у нас 3000 баксов. 300 баксов. Эмочку, эмочку, эмочку. Все, покажу, что я кейсер, что я крутой игрок. Так, эту карту я плохо знаю, но, насколько я помню, вот там... Ай-яй, кто стреляет? Вот там вот будет самая стычка, если не ошибаюсь, конечно. Я не знаю, откуда они выйдут. О! Уходим, 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 уходим. Да, мне... Чё-то мне жестко набросали. Нихуя себе, блядь. Я хотел порассуждать на тем того, остались тут люди, которые, ну, просто зашли, как я, или какие-то такие люди, которые здесь сидят давно, и, походу, они здесь сидят давно. Да. Блин, ну что-то даже как-то обидно, что меня как-то быстро прям вообще... Убили, что ли? Кстати, я все еще не понял, как я так не убил чуваков, потому что я, по сути, стрелял вплотную и... Как я его не положил-то? О, да-да-да-да, хорош! Вот он, вот они, консольщики. Ладно, 1-1, погнали. Так, они теперь поняли, что я не кейсер, я не буду выпендриваться. И буду, наверное, всех ждать уже более тактично. Тактично, хотя тактика это не про меня. Потому что я всегда хочу сыграть по тактике, а в итоге ломлюсь и получаю люлей. Да ну, как они видят? Я просто видел пиксель, потому что здесь жестко низкое разрешение, наверное, где-то 720p. А может быть и больше, но не знаю. О, вот она! В голову, в голову! О, о, о! Вот он, вот он! Просто лучший момент матча, тупо в спину захерачил. Лучший момент матча. 2 минуты можно... Ай-яй-яй. Ой, ой, ну кто же MVP тут, а? Это Джамбо Макс, офигеть. В шоке. Все, теперь они поняли, что я кейсер. Теперь можно немножко повыпендриваться и сделать так же. Кстати, оказывается, что если ты умираешь, то можно... забота поиграть. Но это нужно делать быстро, потому что другие чуваки могут это все... Блин, вообще ничего не видно. Занять твоего бота, если они тоже помрут.
Да ёж, смотрёшь, сколько я стрелял-то! Но одного я загасил, вот. Берем вот этого и смотрите, вот здесь они по-любому будут. Тут просто такая мертвая зона жесткая вообще. Ой, чё творю? Еще там будет. Да, вон там. Ай! Ну тут я оказался бессильным, потому что он был очень далеко. Я не смог ничего сделать. Тут, блин, такая странная еще, знаете, механика игры, что ты вроде бы нацелился, но ты не попадаешь в него. Давай, тащи, бро! Сзади, справа, смотрите, справа, слышно прям, вот прям слышу вообще, капец как. Ну вот он, в принципе. Ну, повернись, бро! Капец, он как херачит с калаша прям. Не, все, забудьте, что я думал, что мы его затащим, мы не затащим, мне кажется. Это консольщики. Это мы только играем так. Я, кстати, не знаю, как он так стрелял, что вроде хотел контролить, но у него это не получалось сделать, и он прям... Вот прям вот так вот делал, да. Куда ты встал? Иди тут вперед. Это бот, наверное, 100%. Изи двоих убрал. Изи, один был не бот. Вот он. Господи, пацаны, я прям тащер. Не, с того раза, мне кажется, я лучше стал играть. Я не знаю, где ее найти. Да я не знаю, где ее найти. Я даун. Я не знал, где она пиликала, я не знал, где ее найти. Может быть, я ее тупо в упор не увидел, но это поражение остается на мне, да, пацаны? Сейчас я их обойду и просто в спину ну столько им насажу. Если, конечно, они не обернутся мне на 360. На 180, прошу прощения. И тихо, справа по мне, нет? Нет. Какой вообще... Просто какой-то мега-крэзи был. Как начал шмалять, блин. Я ж офигел. Ой-ой-ой-ой. Я не ожидал. Блин, они всех ботов разобрали. Походу, мы тоже всрём здесь. Во-во-ой-ой-ой-ой. Это был не бот. Как он так стрелял, как будто с мышки, блин. Как они контролируют так отдачу, я так и не понимаю. Так, пацаны, взяли свои яйца в кулак и погнали. Мы должны побеждать, блин. Ну я ж в голову должен был попасть. Да ладно, серьезно? Что за дядя? Нет. Парень, я тут... Опа, это наш или не наш? Я чуть не понял. По-моему, нет. Блять, 7 патрон. Нет, я ухожу. Я понимаю, куда двигаться. Я умер. О-о! Бери в руки что-нибудь, ну не нож, пожалуйста. Ну и не пистолет. Дам. Сир, доктор, сир. Мне кажется, их как можно больше нужно убрать, потому что чуваки, которые играют со мной, что-то не могут этого сделать. Окей, боты, но, блин, у нас же есть еще живой человек. Ай, блин, как он это делает? Вот опять всех ботов разобрали, ну камон, блин. Лучший момент матча. Ну, кстати, народ все равно здесь играет. И кто говорил, что на Xbox нельзя найти нигде игроков, даже в CSGO находит. Конечно, не полную пати, но все же. Блин, ну у меня пере... Вот он бежит. Сейчас я за ним. Практически вблизь. Нет! Мне надо было подойти еще ближе, но ладно. Кстати, я только недавно осознал, что когда бежишь с ножом, он бежит быстрее. Кто-то да должен выйти отсюда. Да ведь? Нет ведь. Окей. Перфект. Я не понимаю, как вот здесь чуваки делают прострел, потому что в как его на Xbox, тут вообще ничего не видно. Изи. Ну как, кто-то здесь будет или нет? О! Я не знаю, как они не попали в меня, это для меня загадка остается. Так, ладно, это бота. Но все равно, блин, как тяжело убивать это вообще. Разбираем, вперед иди. Да ее смотрешь. Все подумают, что у меня автонаведение, но у меня его нету. Эй, что такое? Да отстаньте от меня, господи.
Ты разминируешь или нет? Да, все. Ты думал, меня что-то лагало, я не мог разминировать. Ну, походу, он мне мешал просто. Но, чуваки, за тот матч лайк я практически всех разобрал там. Тупо в спину нашмалял, а? Вот он! Я думаю, что их опять сзади обойду. Мне почему-то казалось, что он все-таки кинет бутылку, но... А дайте я его попробую кинуть. Как тут кидать? Попал? Нет. Попал или нет? Блин, я так и не увидел. Зовите меня Тащер. Все, никаких больше джамбумаксов. 10-1. Я понимаю, конечно, играли боты, но... Эта катка была поинтереснее с точки зрения киллов, но не интереснее с точки зрения интереса, потому что мало человек. Ну, блин, пацаны с наградами какими-то. Я, кстати, не знаю, за что они даются. Если вдруг знаете, напишите, но... Я думаю, я кейсера разберу. Куда? Ой-ой. Нас нормально так разобрал. Шо? Что здесь произошло? Твою мать, блядь! Что здесь происходит? Там как-то смутно все показалось, непонятно. Все, идем, 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 идем. Ну, кстати, не знаю, как с ножа не убил. Хотя, в принципе, должен был. Да ладно, давайте еще одного бота, еще одного! Блин, я даже брать ботов не успеваю, мне просто кладут и все. Офигеть. Ага, есть. Есть. Ждем. Идет. Да ладно, серьезно? Серьезно? На, серьезно. Как? Покажите мне повтор. Я не понял, как он мне выстрелил в голову, потому что я знал, что он бежит, но что-то пошло не так. О, нет, нет, нет! Гребаная перезарядка. Вы бы знали, как здесь сложно контролить прицел. Особенно у скорострельных. Ага, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я надеюсь все-таки на количество ботов. За счет них я, мне кажется, и выиграю эту катку. Но не факт, не факт. Так, один остался или нет? Их двое, двое, двое. Один там видел. Давай. Да ладно! Он должен попасть хотя бы одну пулю, потому что все, ему капец здесь. 8, 8 у него здоровья. Бро, сейчас выйдешь на него, ну! 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 Рома, если вдруг ты смотришь... Или Пома? Нет, наверное, Рома. Если ты смотришь это видео, то... Лайк поставь. Ага! Так, теперь мы делаем вот так вот. Спринт, 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 спринт. Так, надо помогать, надо помогать. Да ладно! Я не знаю, как он это сделал, но вот этот чел играл лучше всех, ну, что касаемо тех каток. Он просто разбирает вообще, я как бы в упор стреляю, а ему вообще по боку, вот совершенно по боку, я не знаю... Мне кажется, здесь в этой игре просто живет. Мы уже практически в сра... А, нет, мы выиграли даже, офигеть. Это хорошо, это хорошо. Так, только у нас нет оружия. Это фигово. Кого кому-нибудь с ножа зафигарю? Мне кажется, конечно, это вряд ли получится, но если попытаться... Но! Это было крайне тупо, но... Почему я их все еще не убил, я так и не понял. Просто троих. А, здесь катка, походу, лагает. Что-то здесь с ней не очень творится. Так, теперь я бомбермен. Я возьму калаш, все по классике. А голову, да, обойдем их просто, пока там бегут. Ну, блин, так хорошо играли. И что сейчас матч просто отключится? Короче, я думаю, на этом достаточно. На самом деле, играя в CSGO на Xbox Series, вы вряд ли получите удовольствие, но чтобы пофаниться, попробовать, что такое CSGO, в принципе, можно. К сожалению, эта игра не обзавелась ни хорошим разрешением, ни каким-то FPS бустом, но оно и понятно, потому что она от Xbox 360.
Но меня удивляет, что в эту игру все еще играют. Конечно, немножко человек, да, может быть 2, 3, 4, может быть 5 от сил, но так или иначе играют. И мне кажется, что все-таки туда заходят те, кто и играли, играют и продолжают играть, потому что я, ну, как типа новичок, я иногда просто забегаю, чисто пофаниться, а тут люди прям, наверное, сидят и убивают ботов, и им это нравится. На этом, в принципе, все. Если вам ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение о данном видосе. Если вдруг вам будут заходить такие видосы, я буду снимать их намного больше. Короче, пишите свое мнение, и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч.